такой вот микроскоп. Стойки. Добрый день. Хочу представить вам микроскоп. Старый советский, но еще надежный и рабочий. Вот так он выглядит. У него есть подвижное плечо. Одно. И головка вот так крутится. Можно ее вверх-вниз двигать. Можно наклонять. В зависимости от того, какое рабочее положение вам необходимо. Для того, чтобы выставить межзрачковое расстояние, линзы двигаются. Тут выставляется резкость индивидуальная на каждый левый и правый глаз. Вот эта рукоятка выставляется кратность увеличения данной модели до 25 крат. Вот и есть фильтры, переключаются световые. Красный, синий, зеленый. Вот, включение питания. Микроскоп рабочий, все прекрасно видно.